один из простых и интересных ударов – это пионерский салют. То есть те, кто были пионерами, помнят, как это, как выглядит сам салют. Будь готов, всегда готов. Вот это простое, незамысловатое действие мы можем использовать для эффективного удара. Целью является висок. Мы наносим движение без замаха, вскидывается рука в висок. Не поверхностно, то есть если мы смотрим, вот линия нанесения удара, не просто скользнуть по черепу, а через висок чуть глубже вверх и вперед, не забирая к себе, не готовить, не замахиваться. Вот как мы стояли, пионер, будь готов, всегда готов. Мощное взрывное действие. Не факт, что это будет нокаутирующее, что человек сразу вырубится. Но то, что выйдет в состояние грудди, это однозначно. После чего можно будет перехватывать инициативу. Еще раз. Одной, другой. Одной, другой. Возможные производные действия. Скидываем руку и ладонь чуть-чуть больше подворачиваем к себе. Удар будет наноситься вот этой частью. Цель. В данном случае целью будет являться вот этот спектр головы. Не ниже. То есть наносим, если относительно противника фронтально, наносим под скулу. Если чуть сбоку ухо, если он так расположился, то четко под затылок. Если этим боком, где-то под нос. Само действие. То же самое. Мы стоим и вскидываем руку. Не забирая к себе, а чуть-чуть вперед. Место одним мощным движением. Если говорим про нож, то, соответственно, это будет действие укол. Либо снизу под ребра, либо вариант голову в лицо. Вперед, снизу вперед, как бы огибаем противник и вскидываем ее вверх. Впоследствии, если вы нанесли, мы можем забрать на себя и получится вот вариант шрамирования. Следующие варианты производных – это защитное действие. Либо, например, оппонент держит руки, мы их хотим сбить ровно таким же движением и раскрыли вошли. Если он наносит удар, соответственно, ровно таким же действием, ничего не меняя, та же траектория сбиваем, после чего опять же продолжаем. Если мы говорим про клинок более-менее средней длины, длинный это палка, либо большой боуи, защита будет выглядеть точно так же. Наносится, например, укол, и вскидывая, это мы уже рассматривали, под углом 45 градусов, мы наносим защиту. Отсюда можно будет продолжить. Палкой, рукой, все будет соответствовать. Только в условиях защитных действий мы можем подтянуть чуть к себе, коротко закрыться, либо вперед. Ну а так наносим атаку висок, лицо. Пробуйте.